Есть такое замечательное понятие – многогранное творчество. Мы встречаем его на разных замечательных концертах, творческих вечерах. И сегодня это слово и это выражение как никогда уместно. Потому что песни многогранные, лирические, танцевальные, не только. Но вот сейчас песня, которая открывает одну грань. Она так и называется – «Грань». Поэтому, друзья, ваши аплодисменты. Да-да-да, на сцене Анастасия. Девочки, поехали. Я доверилась твоим рукам. Это так заманчиво, прекрасно. Ночь разделим пополам. Небо высоко и так опасно. Падают звезды с высоты на глубину души. Что же со мной делаешь ты? Шепотом расскажи. Переходим грани. Еще один букет у нас этих букетов. Давайте поаплодируем детям, вот он
Бери самое большое, молодец. Вот. Да давай, бери, все правильно делаешь, все хорошо. Кому Маше давай подарим букетик. Маша, выходи, давай букетик. Тебе Гаврюша дарит букетик. Маша, председатель твоего фан-клуба здесь. Машуль, выйди. Я, друзья, Гаврюша, пока букет, познакомлю да. вас с этим мужчиной. Извините, пожалуйста, джентльмен, как вас зовут? Нормальная семья. Друзья, держись. Взрослая жизнь для тебя началась уже, да? Знаете, это в семье всегда два человека, да? Один, который всегда прав, второй — это муж. Вот, дорогие друзья, мы продолжаем наш прекрасный вечер. Сегодня мы спели, не побоюсь этого слова, чудесную, шедевральную песню, которую посвятили маме. Но есть песня, которая посвящена мужчине, которому мы всегда готовы сделать поклон, уважение. Знаете, несколько лет тому назад один мудрый мужчина, который сегодня в зале, Владимир Николаевич, не буду именно на него делать акцент, сказал мне прекрасную фразу: «Папы трех дочек попадают в рай». Друзья, давайте поаплодируем. Все дочки папины. Поэтому, друзья, сейчас и песня будет, которая посвящена под ваши бурные аплодисменты папе, ваши овации. Ради Бога, не грусти, и за все заранее прости. Иногда бываю я так упрямо, не подумав, говорю все прямо. Папа, моя гордость и моя тревога раскидала осень листья у порога. Мы с тобою эту не заметим, наступило время за тебя в ответе. Согреваешь теплым добрым взглядом, на душе спокойно, ты же рядом. Неумолимо время мчатся облака, вторит быстрым бегом бурная река. Папа, моя гордость и моя тревога раскидала осень листья у порога. Мы с тобою эту осень не заметим, наступило время за тебя в ответе. Не грусти, родной мой, будет день другой. По щеке усталой проведу рукой и скажу от сердца, слезы не тая: папа, моя нежность и любовь моя. Папа, моя гордость и моя тревога раскидала осень листья у порога. Мы с тобою эту осень не заметим, наступило время за тебя в ответе. Наступило время за тебя в ответе. Дорогие друзья, мы продолжаем наш замечательный вечер. Конечно, после такой романтической песни хочется еще раз поаплодировать всем
замечательным папам, которые рождают таких замечательных дочек, которые пишут такие прекрасные песни. Друзья, ваши овации. Знаете, в творчестве любого известного композитора, автора, есть всегда песня, которая связана с Родиной. Но, как мы знаем, с детских произведений Родина у всех, у кого, как говорится, это маленький лужок рядом с домом, у кого любимая квартира где-то на окраине Москвы, где он родился. У кого-то это просто запах детства, как бабушка готовит пирожки. Для кого-то это наша замечательная страна. Поэтому, друзья, песня, которая сейчас будет, называется «Родина». Под ваши бурные аплодисменты. Когда устанет сердце и не найдет покоя, я вспоминаю детство далекое, простое. Как я бежал по полю, от счастья улыбаясь, и тучи надо мною дождем с небес срывались, срывались. Родина моя, где бы ни был я, за тебя молюсь. Родина моя, я из чистых рек твоих напьюсь. Лишь бы ты не слышала стон войны, только пение птиц, дождавшихся весны. Родина моя, когда мне одиноко, как будто кто-то манит туда, к моим истокам, где запах трав дурманит. И в поле я бросаюсь в объятья, словно к маме, и за разлуку каюсь иссохшими губами, губами. Родина моя, где бы ни был я, за тебя молюсь. Родина моя, я из чистых рек твоих напьюсь. Лишь бы ты не слышала стон войны, только пение птиц, дождавшихся весны. Родина моя. Браво! Спасибо большое! Уважаемые друзья, мы продолжаем наш замечательный музыкальный вечер. Следующая песня, которая будет звучать на этой сцене, имеет иностранные, не побоюсь этого слова, корни. Она уже в большой ротации на музыкальных каналах. Настя, скажи, пожалуйста, а кто ее поет, ну, кроме нас на сцене? На данный момент ее поет Татьяна Котова из группы «Виагра». Девушка, которая поет песни в таком латиноамериканском стиле. Сняли очень забавный клип. Предлагаю посмотреть и послушать. Поэтому, дорогие друзья, у нас сейчас живая музыка и, как говорится, живое видео. Поэтому, друзья, внимание на экран, внимание на сцену. Адьос, любимый, что в переводе означает «Димочка, привет». А вот. Забери свой букет, ты удален из списка желаний, я говорю тебе нет. Какого же черта ты уцепился за краешки юбки моей? Поздно метаться, ты уцепился, удачи тебе не болей. Поздно метаться, ты оступился, удачи тебе не болей. Отец любимый, печально вышла, не прыгай с крыши, я ухожу. Отец любимый, прощай, мой.
бывший свой новый адрес я не скажу. Полный меня несут. Больше тебе никогда не поверю. Твои глаза нагло врут. Имя мое, телефон, сообщение. Просто сотри и забудь. Грация мучача за приключения. Ну и держись как-нибудь. Грация мучача за приключения. Ну и держись как-нибудь. Отъезд любимый печально вышла. Не прыгай с крыши, я ухожу. Отъезд любимый, прощай, мой бывший, свой новый адрес я не скажу. Я ухожу. Адьос, любимый, прощай, мой бывший, свой новый адрес я не скажу. Ваши аплодисменты, друзья. Дорогие друзья, это была одна из последних песен сегодняшнего вечера. А как она была последней? Ну, еще будут другие авторы, скажем так. Друзья, я тем не менее хотел бы представить Насть людей, которые сегодня сделали сей музыкальный праздник. Поэтому, друзья, давайте поаплодируем. А вот кто сегодня же был на сцене? Сразу буду называть, выходить сюда, друзья. Настоящий мужчина-сердцеед, прекрасный исполнитель Никита Лявин. Друзья, ваш аплодис, Никит. Никит, браво тебе, спасибо большое. Это было очень круто. За гитарой. Соло-гитара Максим Дарбека. Лауреат международных конкурсов, лауреат президентских конкурсов и премий. Клавишные мои аплодисменты. Павел Кован, великолепные барабаны. Пашка, дай жару. Дмитрий Белоусов, бас-гитара. Дорогие друзья, я хочу представить Павел Басникин, саунд-продюсер, композитор. Певец Пашка молодцом, браво! Павел Поздникин! Моя любимая Мария Крест, композитор, певица, моя подруга, педагог, моя любимая Арина Азарова. А теперь мои любимые, коль были твои, теперь у меня тоже свои поклонники. Дарья Громова, ваши аплодисменты, Дашенька, браво! Ваши аплодисменты! Спасибо, девочки! Настя, тебя на сцену приглашаем! Дорогие друзья и продюсер! Отец любимый, печально вышла, не прыгай с крыши, я ухожу. Отец любимый, прощай, мой бывший, отъезд, любимый, печально вышла, не прыгай с крыши.
чем живи мы. Прощай, мой бывший, свой новый адрес я не скажу. Дорогие друзья, и продюсер этой замечательной команды Дмитрий Наумов, друзья, ваши овации. Решите представить, Алекс Малиновский на нашей сцене специально для вас. Добрый вечер! Уважаемые дамы и господа, такая красивая женщина может быть только рядом у нас с сильным мужчиной. Поэтому я искренне желаю, чтобы вот такая стабильность была у тебя всегда, чтобы ты всегда была такая же красивая, чтобы у тебя также были глаза, ты была такая же сексуальная, чтобы муж тебя был тыми фронт. Вот поэтому я искренне желаю тебе настоящего женского счастья. Сегодня надеюсь, что скрашу твой вечер своими. Вот. Поэтому, собственно, мы начинаем тогда. Да? Поехали! Сумасшедшая любовь, зачем тебя?
Дорогие друзья, мы сегодня так много говорили о творчестве, что немножко нотка дня рождения, ну так, затерялась. Поэтому, друзья, давайте поздравим нас с днем рождения, поаплодируем. Друзья, да-да-да-да-да. Дима, опять 18? 18, все верно, супруги? Да, все, конечно же. Дорогие друзья, ну, Коля, день рождения. Праздничный тортик, ваши аплодисменты! Дорогие друзья, если вдруг кто не понял, то вышла это старшеньки в семье. Женечка, да. А фартук, я на кухне только что был, Жень. Дорогие друзья, Настя, ну что, загадай желание, задуй, на счет три все вместе. Раз, два, три, поехали! Молодец! Горько! Горько! Дорогие друзья, сегодня песни звучали в адрес замечательных наших родителей. Давайте поаплодируем, я вас очень прошу. Потому что то, что есть наши замечательные Настеньки, это зародилось в семье, в воспитании, в уважении, в обучении. Поэтому, дорогие друзья, я знаю, что папа хотел поздравить, мы обязательно дадим такую возможность. У нас сейчас такой хороший семейный круг. Но мы, тем не менее, думаю, все гости, которые сейчас в зале, со мной согласились, что мы сейчас должны объединенный тост сказать за прекрасных родителей. Замечательных, любимых, совершенно чудесных, интеллигентнейших. Поэтому, друзья, долгие лета, давайте бокал наполним. Друзья, вот. Ну и, соответственно, пока наполняем бокалы, я подхожу к папе, потому что мне сказали, что папа хотел сказать. Владимир Николаевич. Ну ладно, придет, я ее поцелую. А сейчас просто скажу, что мы ее очень любим. И мы ее самые первые, я думаю, что самые главные ценители ее творчества. Желаем ей успехов, мы всегда с ней рядом. Здоровья, любви, удачи, всего самого доброго нашей самой маленькой. Нашей самой любименькой. Да, нашей самой любименькой. Солнышко. Настя! За Настеньку! Работаешь. Бортай, ты готов, как за тебя. За тебя, солнышко. Давай. Давно пора. Да. Сядь, пожалуйста. Папа, говори еще раз. Пап, скажи еще. Пап, ты одна, пап. Мы тебя очень любим. И мы тоже. Желаем тебе всего-всего самого доброго, здоровья, удачи, успехов в твоем творчестве, чтобы ты всем радость дарила, всем окружающим, твоим друзьям, нам, твоим сестрам. Любви тебе, детка. Спасибо. Ура! Ура!